Розенбаум крупно подставил Малахова. Новость об онкологическом заболевании у музыканта Александра Розенбаума повергла россиян в шок. Певец поспешил успокоить поклонников, параллельно обвинив Андрея Малахова в распространении сплетен. Но, как оказалось, ведущего распекли несправедливо. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Розенбаум обратился к взволнованной общественности. «Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую, никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого. Но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может», — написал певец. К публикации исполнитель прикрепил скриншот интернет-страницы, которая цитировала выступление народного артиста Иосифа Кобзона в программе «Пусть говорят» Первого канала.